9 декабря 2023 год, и афоризм дня на сегодня будет такой. Ведущие вперед, всегда к нам задом. Написал я 26 июня 2011 года этот афоризм. Про наши власти придержащие, да? Депутат это тот, кто прошел по головам, чтобы сесть на шею. Представители народа уже не представляют себя народ. Демократически избранные, демократично избирательно. Много я про политику написал. Да. Не лезь в политику. Не будешь лезть в политику. Так не получается.